Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? Не надо. Тревоги свои забудь. Мне ведь уже не 16, мама. Мне больше. И в этом, пожалуй, суть. Я знаю, уж так повелось на свете, и даже предчувствую твой ответ, что дети всегда для матери дети. Пускай им хоть 20, хоть 30 лет. И все же с годами былые средства как-то меняться уже должны. И прежний надзор, и контроль, как в детстве, уже обидны и не нужны. Ведь есть же, ну, личное очень что-то, когда заставляют «скажи, да скажи», то этим нередко, помимо охоты, тебя вынуждают прибегнуть ко лжи. И в страхе пусть сердце твое не бьется, ведь я по-глупому не влюблюсь, не выйду навстречу, кому придется, с дурной компанией не свяжусь. И не полезу куда-то в яму, коль повстречаю в пути беду. Я тотчас приду за советом, мама. Сразу почувствую и приду. Когда-то же надо ведь быть смелее. А если порой поступлю не так, ну что ж, значит, буду потом умнее. Уж лучше синяк, чем стеклянный колпак. И ты не сиди у окна упрямо, готовя в душе за вопросом вопрос. Мне ведь уже не 16, мама. Пойми и взгляни на меня всерьез. Прошу тебя, выброси из сердца грусть, и пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи, мама, спи крепко. Спокойной ночи.